Всем привет! Сейчас мы рассмотрим очередного китайского бюджетника Dogi F5. Что я могу о нем сказать? Dogi F5 довольно-таки приличный телефон. Ценовая категория у него где-то в районе 10 тысяч рублей. Задняя крышка пластиковая, несъемная, телефончик неразборный у нас. Обрамление металлическое, вот в такой комплектации нам все приходит. Адаптер уже заточенный под наши розеточки. И USB шнурочек. Также внутри коробочки у нас будет дополнительная защитная пленочка. Одна уже наклеена на сам телефон. И помимо скрепки и пленочки еще есть задний бампер, так сказать, защита. Не поскупились ребята, в принципе, много чего положили. Это как дополнительный бонус, мне очень понравился. Дизайн мне также нравится. Мне, если честно, нравятся как раз вот угловатые телефончики в стиле кирпича. Давайте сейчас подробнее поговорим о начиночке. Начинка у нас представлена в виде процессора центрального МТК 6753, 64-битный, 8 ядер, частота ядер 1,3 ГГц. Также стоит видеоускоритель у нас от Mali T720, оперативной памяти 3 ГБ и встроенная память у нас 16 ГБ. В принципе, данное железо утягивает любую игрушку, даже самую тяжелую, на средних настройках. Но это для игроманов. Дальше давайте перейдем к дисплейчику. Так, дисплейчик у нас имеет размер 5,5 дюймов, разрешение экранчика Full HD 1920x1080. Очень качественный дисплейчик. Приятные глазу цвета, широкий спектр настроек. Не ожидал, кстати, такого от смартфона за 10 тысяч рублей. Так, помимо всего остального, стоит аккумулятор емкостью 2660 мА, так что его хватить должно, в принципе, где-то на сутки интенсивного использования. Две камеры у нас есть, задняя и фронтальная от Samsung, очень качественные камеры. Задняя 13 мегапикселей при интерполяции 16, передняя 8. Снимают довольно-таки качественные снимки они. И плюс еще задняя камера снимает видео аж 1080p. Вот, за данную цену, в принципе, телефончик получился у них очень достойный. Вот, смотрите, если кому понравился данный смартфончик, переходите по ссылке под видео. Спасибо, что посмотрели мое видео. Всем пока, спасибо за просмотр еще раз. Также забыл сказать, что телефон поддерживает две сим-карты, либо сим-карту и флешку. Но это сейчас у китайцев стандартно. Еще раз спасибо за просмотр, всем пока.